так, Борь, с победой тебя. Расскажи о матче, что получилось, что не получилось. Самое главное, что мы выиграли. Вот, взяли 3 очка, очень важных. Изначально знали, что соперник будет довольно упертый такой, сильный. Вот, они все, по-моему, в 2 или 3 мяча проиграли и португальцам, вот, и, по-моему, испанцам у себя дома в Баку. Потом выходили на бой, выиграли крупно. Много, конечно, что не получилось, все-таки первый матч сезона в составе сборной. Все равно новое сочетание. Вот, в мою черту добавился Остап Федоров. Нужно чуть-чуть привыкнуть. 1, 2, 3, может быть, матча, и все пойдет. Вот. Не забил, но я думаю, что самый важный матч еще впереди в любом случае. Завтра поляки, послезавтра швейцарцы. Самое главное — победить сейчас их, забить им. И дай бог выиграем. Наберем 9 очков, выйдем в суперфинал. Задача, в принципе, выиграть каждую игру. Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Огромное им спасибо. Они пришли, поддерживали, кричали. Это очень сильно помогает. Им огромный респект и любовь. Спасибо. Все.